В Одессе сегодня наблюдается ухудшение погодных условий. После теплых выходных и относительно комфортного, как для зимы, начала недели, на город обрушились осадки. В ночь со вторника на среду обильный дождь привел к подтоплению нескольких улиц. В частности, пострадали Промышленная, Химическая и Мечникова. Тут образовались целые искусственные водоемы, которые существенно замедлили движение транспорта. На Мечникова 132 коммунальщикам пришлось запускать старую насосную станцию. Мы запустили эту насосную, она сегодня откачивает уже воду. Если сейчас вы видите уже небольшую лужу, то лужа была еще 50 метров в сторону Высокого переулка. На данный момент насосная работает на максимальных, можно сказать, оборотах. Все городские службы сейчас работают в режиме повышенной готовности. Непогода в Одессе ожидается и в ближайшие два дня. В частности, в четверг пик выпадения осадков придется на ночное время. Как прогнозируют синоптики, после 12 ночи до 5 часов утра Одессу завалит мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля. Еще хуже ситуация в области. Одесский регион уже испытал серьезные проблемы из-за непогоды. В среду без света остался 31 населенный пункт. Оборвало 11 линий электропередач. Бригады «Облэнерго» уже частично возобновили подачу тока, а также в случае сильных снегопадов в области уже подготовили спецтранспорт для расчистки дорог. Буде залучено в разі необхідності техніка Міністерства оборони України. Також ми на контакті з «Укрзалізницею» щодо ймовірної подачі необхідної техніки з розчищення ЖД-шляхів. Також є координація з підприємцями, фермерами та підрядними організаціями, які обслуговують автомобільні шляхи. Зокрема, в нами організовано більше 30 пунктів відстою автотранспортних засобів на випадок, якщо автомобільні шляхи буде заметено снігом.